Ладно, потом у меня к тебе будут вопросы. Эйлера, призраки! Они боятся серебра. Я вас прикрою. Помогите! Заткнись, Райдер! Thank you.
Ненавижу летать в тумане. Саски, ты цела? Да, это так, царапина. Вы с ведьмаком спасли нас. Я здесь для того, чтобы охранять тебя. А ты, ведьмак? Я ищу убийцу королей. Он похитил Трис Меригольд. А что ты делаешь здесь? Этот допрос? Тебя разыскивают в Тимерии, Каэдвене и Риданий. А я отвечаю за безопасность Савки. Хватит, Филиппа. Ты сама говорила, что он невиновен. Саския, морозец-то волнуется. Сперва солнце погасло, потом белки. Теперь это мгла. Для них уже слишком. Верно. Собирай всех командиров в зал совета. Йорвит, дай мне немного времени. Я подготовлю их к твоему появлению. Ведьмак, Филиппа, вы должны присутствовать. Я хочу услышать, чего нам ждать от этой аномалии и как от нее избавиться. Выше головы. Не сомневаюсь, что славный белый волк и столь же славная Филиппа Эльхард справится с парой сотен бешеных духов. Я хочу видеть всех командиров в зале совета. Ведьмак, Филиппа, вас это тоже касается. Сесиль, пока мы не закончим совет, ворота должны оставаться закрытыми. Отвечаешь за это собственной бородой. Добро пожаловать в Верген, ведьмак. Я Сесиль Бурдон, староста. Геральт из Ривии. У нас есть свободная комната в трактире. Ничего особенного, но, по крайней мере, крыша над головой и кормят солидно. Спасибо. Скален, покажи мастеру Геральту его квартиру. А на обратном пути зайди в покои преподобного Альшана и расскажи там всем, что с ним стряслось. Значит, пал смертью храбрых в бою с агрессором. И все такое. Вот именно. Видишь, мастер Геральт, молодой, а башковитый, выйдет из него краснолюд. Человека. Гля, за ним уже сотня приползла. Как муравьи. Ты промеж глаз? Я! Thank you.
твоя ведьмачья комната. Ага. Люди говорят, сам Зелькирк из Гулеты отдыхал на этой кровати перед битвой. Правда, счастье это ему не принесло, но хоть выспался перед смертью. Тебе что-нибудь еще нужно? Спасибо, Скален. Это вообще что за ведьмак такой? Бродит по свету, убивает чудищ за деньги.